Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эйди, и хочу сказать сразу то, что я немного приболел, поэтому у меня будет немного другой голос. Ну ладно, суть не в этом. Все мы знаем теракт 2001 года, когда самолеты врезались в башни-близнецы, это было в Нью-Йорке. И теперь сегодняшний мод добавляет нечто подобное в GTA San Andreas, то есть на севере Сан-Фиера будет островок с этими самыми башнями. Пожалуйста, вот этот остров. Теперь осталось добраться до этого места. Сейчас вам покажу путь, друзья, то есть как попасть на тот самый остров. И, по-моему, мод довольно-таки прикольный, и добавление новых объектов никогда не бывало лишним в GTA San Andreas. Сейчас мы ускорим этот процесс, чтобы вы долго не ждали. Поехали. Ну что, друзья, вот мы прибыли на это самое место. Тут есть мост, точнее два моста, но один из этих мостов соединяет нас с островом, а второй мост почему-то поломан. Ну ладно, давайте мы уже заедем и вообще посмотрим на этот остров, где расположены наши башни-близнецы. Ну да, конечно, можно добраться до острова и другими путями, то есть по воде, по воздуху, то есть на самолете, либо на каких-то кораблях. Ну кому как больше нравится, и тут висит такая табличка «Welcome to Island for real». Ну, короче, добро пожаловать на остров. Вот такой вот остров, друзья. Тут всякие здания прикольные, типа завод заброшенный или что, это не могу понять. Ну ладно, суть не в этом. Тут также есть амунация, но, по-моему, в нее нельзя зайти. Также добавили педов. Да, видите, маркеров нету, к сожалению. Но знаете, в чем еще фишка данного мода? В том-то, что тут... А, еще парковочка есть, прикольно. Суть мода в том-то, что можно зайти в эти самые башни-близнецы, то есть... Вот эти два здания, какого вам больше нравится, туда и зайдем давайте. Так, выходим, оставляем машину здесь и какой же выберем-то? Вот это или вон то? Давайте вон то, наверное. Не знаю. Так, сейчас вам покажу, как добраться на крышу этого здания, тоже можно. Вот лодка стоит какая-то, по-моему. Лес небольшой. Но остров прикольный, друзья, то есть новая локация, это очень хорошо. Так, нет, вход. Где же ты вход-то? Так, так, так. Сейчас найдем, не ссыте. Вот, все, зашли. И нужно теперь добраться на второй этаж. Сейчас мы найдем лестницу. Вот она, по-моему, да. Также, как вы видите, проработаны интерьеры. То есть здание сделано довольно-таки неплохо. Так, я думаю, что такое? Так. Вот, да. Наверное, память, что ли, типа 11 сентября 2001 года. Но тут написано на немецком, по-моему. А нет, вот и на... Ладно, не суть в этом. Всемирный торговый центр. Так, поднимаемся наверх. Вот маркер желтый, заходим сюда. И нас перебрасывает в какое-то вот помещение. Но знаете, в чем суть? Ребят, здесь не гуляйте, сразу же идите обратно на желтый маркер. То есть, если вы пройдете прямо, то вы тупо упадете в текстурах. Тут нет текстур. Идите назад, обратно вот сюда, и вы окажетесь уже... Окажетесь на крыше этого самого здания. Так вот... В принципе, мы уже оказались на крыше. Вау, второе здание было прикольно. Тут всякие... Что там даже висит, сейчас мы посмотрим. Так, 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 так. Всякие значки. Ну да, прикольно. Так вот, в принципе, вот мы оказались на крыше. Можно упасть, конечно. Можем либо вернуться назад обратным путем. Вот маркер. Можно погулять, конечно. Но суть мода такова-то, что добавляются башни... Близнецы, которые сделаны довольно-таки неплохо и со своим интерьером. Так что, вау, какой красивый вид открывается. Красота. Ну ладно, друзья, с вами был я, Эйди. Наверное, пора заканчивать. Вы сами поняли, что за мод был сегодня. То есть небольшой островок с такими вот небоскребами. World Trade Center, это Всемирный торговый центр. В принципе, все сделано довольно-таки неплохо. Но знаете, в чем минус? То, что нету путей пешеходов, автомобилей. Ну, пусть это будет просто остров-призрак тогда, раз уж на то пошло. Ну, вот, в принципе, есть педы, конечно, но, знаете, их очень мало. То есть, большая редкость. Вот больница, точнее, госпиталь, All Saints, General Hospital. Ой, госпитал. Hospital. All Saints. Ну, ладно, все, я думаю, пора заканчивать. Вы сами поняли, что за мод был сегодня. Вот такой вот островок. Всем большое спасибо, всем удачи и всем пока. Скоро увидимся. И да, хочу сказать, что скоро будет глобальный мод. Вот как я выздоровлю, хочу сделать обзор на один глобальный мод. Очень такой интересный, как мне кажется, на тему осени.
Но ни слова больше. Всем удачи, всем пока. С вами был Эдди.